Так, смотрите, у меня здесь потрясающая колода. Тут есть филактерия Тасмин. Куча существ, прикольно синергирующих друг с другом. Это, если что, накладывает на всех существ хрип погибшего существа. Представь, у меня 7 существ, на которые наложен хрип, уничтожает случайное существо противника. Блин, сейчас раскопает закон... Не? Нормально. О! Блин, а он мог его усилить, кстати, своим ноликом. Да, он его и усилил, ты погляди. Взрывоопасного скелета не было. Но зато был конь. Вот так вот. Опа. Опа. Круто. Ха-ха. Чиш-кебаб. Или дает 8 брони. Или еще что-нибудь прикольное. Бам. И теперь мы... шлифуемся аниме приколами. 2 урона накинуть всем. Ну давай, зачисти, братан, зачисти это, зачисти. Сейчас такая ловушка Джокера. А прикинь, сейчас он находит. А, сдался, да? Вот и аниме, перед которым он полниц. Хочешь получить 6,3 литра энергетика бесплатно? Да слушай до конца и узнаешь, как. Если кто не знает, то Imba Energy — это первый в РФ и СНГ быстро растворимый энергетик для геймеров и любителей аниме. Алхимики из Имбы всегда прислушиваются к мнению своих покупателей, поэтому они создали любимые вкусы покупателей в обновленном составе. Это значит, что формула каждого энергетика улучшена и доведена до совершенства, отчего вкус стал еще более бомбическим. Кстати, в каждой баночке 18 порций, это примерно 6,3 литра энергетика. Что хватит надолго. Каждый день на сайте Имбы вы можете поймать скидку на некоторые вкусы в обновленном составе. Однако скидка ограничена по времени и не задержится больше 2 дней. Так что советую поторопиться. Лично я успел запастись несколькими банками кактуса клубники со скидкой 25%. Похоже, среди алхимиков затесался мексиканский амиго, который и придумал этот шикарнейший вкус. Ух ты, сочненько. Вначале чувствуется прям вкус кактусика и шлифуется божественной клубникой. Ням-ням. Эти сочные девочки уже ждут, когда ты заберешь их к себе. Успей поймать самые жирные скидки на сайте, пока они не закончились. А по моему промокоду TOMATOS23 при покупке от 3 вкусов 4-й ты получаешь совершенно бесплатно. Так что переходи по ссылке в описании и забери свою имбу. Короче, такая приколямба. Так, ну, филактерия рано держать. Вот это, в принципе, 5-ку с первого хода тоже рано держать. Это крутая массовка. В принципе, ее можно держать, учитывая то, что у меня может быть плохо все, да? Поэтому я так оставлю. Бро, привет, Варлок. Hi, I love it too, mate. Hey, hi, hi. Да, это арена. Причем потрясающая арена. Я постараюсь до максимума побед довести. Вообще, мне надо 2000 голды нафармить, чтобы купить мини-сет. Блин, ну придется отдавать, чё. Не очень. Не мое это все. Куда голду тратил? Тратил голду на паки, чтобы делать вам аниме-видосики комбо-вомбо. Примерно на это тратил голду. Дианон Томата по курьеру с тонной Imba Energy. Ну давай, 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 давай. Пойдет, пойдет, перерождение. Ты реально раньше учился в МИИ? В Волжском филиале в МИИ. Полностью закончил бакалавриат и магистратуру. Да, на теплоэнергетике. Привет, Данька Петряев. Салам алейкум. Томат не любит себе подобных, понимабельно. Да не, не, не в этом дело. Просто я сосиска с колбаской. Да. Вот это он прикольно придумал. Спасибо огромное за поддержку. Недавно подсела на твои видео. О! Спасибо за фичи и настроение меньше, чем... Пожалуйста. Да ты рыфлокоптер 3000! Он с первой же картой, которую только что достал, это Александрос Аналгрейн. Что? Кого? Вы шутки со мной шутите, что ли? Это издевательство Петропавловска. Не, я так не играю, ребята. Это сосисочная вечеринка 3000. Ну, как? Вау!
Ладно, у меня есть план. Я закидываюсь провокатором с броней и потом всем существам даю плюс миллиард брони и... Нормально. Забавно. Жестко. Да, это жестко. Ну, давай я вот так вот сделаю. За контур его существо погибшее. Как умеешь, только от души. Ага. Вот так вот делаем. И в лицо стукаем. Нормально. Шансы все еще есть. У меня есть идея, которую мне уже 3 раза закидывали, но я до нее сам дошел, просто еще ни разу не, ну, не заснял. Короче, через чат GPG, вот этого, да, GPT, да, или как он там называется, сделать... Прикольно. Видос со созданием колоды. Нормально. Брони дофига. Чат GPRS, да. Леди Димитреску или Близняшки из Atomic Heart? Я бы выбрал Вена Даркхолма из Гачимучи. Или Билли Хэрингтона. Леха, живи. Я живу на максимуме. Ты даже не представляешь себе, как я живу. No. Ты себе даже не... Ты даже не ты представляешь. За каждое щупальце Азумата, да? Так, ну... Я могу сделать, в принципе... Как мне здесь сделать правильнее всего? Это будет на 2 урона. Я карту не сбрасывал никакую еще. В теории я могу... Так, не, это мне нельзя делать. Мне надо весь стол зачистить. Ну да, надо вот так вот делать. А тут я просто в лицо пойду. Потому что могу себе позволить. Пускай сам придумывает, что мне делать. Кукусики, кукусики. Я все еще живу после Александра Самогрейна 7000 лет ходов назад. Видите, насколько крутая эта колода? Ой, дурак! А, не сработало? Ух ты! Реально не сработало. Ты погляди, сколько задоначили! Это чё такое? Откуда у тебя... Из огней Зиношары и сестра Анална и непобедимый? Ты шутишь, что ли? Ты реально шутишь, что ли? Он реально шутит, походу. Обалдеть. Блин, ну если он попадет сюда, то это будет убер плохо. А тут ему надо будет разбиваться 100%, поэтому ладно. Не будем меняться. Так. Заклинание тьмы рандомное он получает. Оп. Сука. Мега легендарки у него. И Азумат еще, чтоб ты понял. Ну ёпта, блин, но не туда же, но... Но не туда же, но... Блин, мне надо уничтожить и сбросить карту. Мне сейчас нужен потомок Смертокрыла, получается, тапдеком. Потомок Смертокрыла тапдеком или мне хана? О! Хо-хо-хо! Чат, а тут камбэк-то остается. Камбэк-то остается. У меня этот с отхилом. Это даже лучше. 24-16 с отхилом. Ничего себе. Вот это бригуль. Ха, из урдома меня выпустили. Но это надо наказать его. Это его надо наказать за такое везение нереальное. Его надо наказать. Слишком он жесткий. На-на-на-на-на-на, посидишь, колбаска, посидишь.
Я искренне надеюсь, что у него не потасовка. Потому что это будет проблемно. Но! Данная ситуация называется шах. Будет ли это мат? В любом случае будет мат. Если он его уничтожает, будет мат с моей стороны. Не в смысле я проиграл, а в смысле... Ух ты! А в смысле ух ты! Ты погляди, сколько задоначили! Не надо, дядя! Полиция Хайрцона, накажите его! Нет, чувак, это так не работает. Это так не работает. Наказан! Нектюгу! Эту просто можно катку потрясающую отдельно шлифовать так. Шиш! Это не камбэк, это камбэкище!